Второй уход почти. Да, заезд будет со стороны Мухот. Это Мухот, поворот направо, через Утром 23 января спасателям поступило сообщение: у моего соседа из-под крыши идет дым. Живем мы в Сухополе на улице Садовой. В процессе уточнения данных звонивший сообщил, что уже виднеются языки пламени, начал стрелять шифер. Горела летняя кухня, в которой проживал мужчина 77 года рождения. Буквально в течение нескольких минут работники службы спасения прибыли к месту вызова. В деревне Сухополь имеется пожарный аварийно-спасательный пост. Было установлено, что в летней кухне плотное задымление, местонахождение мужчины пока неизвестно. В ходе обследования места пожара звеном газодымозащитной службы на диване около окна было обнаружено и вынесено на свежий воздух тело хозяина. В результате пожара огнем повреждено перекрытие, стены и имущество в летней кухне. Но самая главная потеря – человеческая жизнь. Причину трагедии предстоит еще установить. Но учитывая образ жизни данного гражданина, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. Буквально меньше года назад в ходе совместного рейда данного гражданина посетили пожарные участковые инспекторы. С ним была проведена профилактическая беседа по недопущению злоупотребления спиртными напитками. Выдана инструкция-рекомендация по снижению риска возникновения пожара в домовладении. Но уже на тот момент обстановка говорила сама за себя. Кругом валялись окурки, пустые бутылки. Присутствовал он и на заседании общественного пункта охраны правопорядка Сухопольского сельсполкома. С ним в очередной раз была проведена профилактическая беседа о прекращении злоупотребления алкоголем, необходимости трудоустройства и соблюдения санитарных и пожарных правил содержания своего жилища. Неоднократно работниками сельсполкома посещался он и на дому. Поэтому очевидно, что данный случай является результатом человеческой беспечности. Стоит отметить, что в 2018 году из 5 погибших по этой причине погибло 4 человека, и все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Задумайтесь над этими цифрами. Второй уход почти. Да, заезд будет со стороны Мухот. Это Мухот, поворот направо, через Если он не нужен, значит, отведем остановку и перенаправьте его туда.